Здорово, клышеры, с вами, как всегда, я Армон, и сегодня, ребят, мы вместе с вами будем покупать легендарный сундучок в магазине, ну и, собственно, попробуем составить новую колоду в игре Clash Royale. Но перед тем, как мы начнем все это делать, давайте все вместе получим новую халявную легендарочку. В общем, ребят, если вы хотите получить новую легендарку, то вам надо успеть поставить лайк под этим роликом в течение 3 секунд. Если вы это успеете сделать, то вы в ближайшее время получите бесплатную легендарную карточку, так что давайте я начну отчет, а вы ставьте лайкосики. Так, 3, 2, 1. Все, ребят, надеюсь, вы уже успели поставить лайки. Если это так, то ждите свою легендарочку. Ну а если хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то можете написать еще ваши крутые мнения в комментариях, конечно же, номер своего лайка. Так что буду, ребят, не с терпением ждать. Ну а мы сегодня давайте приступим к нашему ролику. Что мы будем делать? Мы, конечно же, будем покупать, ребят, наш новый сундучок. Вот такой вот легендарный сундучок. Кстати, прям классное предложение получается, да? А вот, вот напишите в комментариях, кто-нибудь купил одну из этих предложений или же все-таки нет? Вот, ну и, собственно, у меня тут еще есть... немножко золота, которое мы тоже давайте будем брать. Отлично. Кстати, через 7 минут у нас предложение закончится. Прикол в том, что я буквально только что спал и там не знаю, как проснулся, чтобы записывать этот видосик. Так что просто лайк, ребят, за такое открытие. Вот, и прикол нашей колоды в чем? В том, что после того, как мы будем, собственно, получать новую легендарную карту, или новую, или не новую, это не важно, хотя вряд ли новую, потому что у меня все карты открыты. Вот, мы будем составлять сами по себе колоду с этой новой картой и будем играть с этой колодой, посмотрим, что из этого получится. Ладно, в общем, не буду вас томить, будем открывать сундучок. Фух, 500 гемосиков, открываем, какая лего будет у нас, какая лего будет, какая, уху, ночная ведьма. Прикольно. Прикольно, ребят, прикольно, вообще супер, я бы даже сказал. Вот, ночная ведьма, довольно-таки неплохая легендарка. Вот, и дело в том, что я сейчас ночной ведьмой не играю, но есть куча колод, которые, собственно, ну, как бы, содержат ночную ведьму. Так что, если мне вдруг захочется играть, то... получается, можно будет, собственно, комфортно играть с ночной ведьмой второго уровня уже. Ну ладно, давайте будем сейчас составлять колоду. Итак, ночная ведьма. Давайте еще големчика возьмем с ночной ведьмой. Так, големыч. Блин, где наш големчик? Вот наш големчик. Отлично. Так, вот вместо зеркала, и вот летучие мышечки и ракета пусть останется. Вот. Еще давайте возьмем мега рыцаря, почему бы и нет. Пусть еще одна легендарочка у нас будет в колоде. Дальше торнадо давайте возьмем. Вот, отлично, ракета у нас, в принципе, в колоде есть. Тоже, в принципе, неплохо, можно бревнишко еще взять. Ага, бревнишко тоже берем. Ну и для того, чтобы отдефаться от воздуха, мы, пожалуй, ребят, что возьмем? Я даже не знаю, может мушкеточку брать? Просто мушкетку у меня прокачена. Нет, давайте мага возьмем. Вот, конечно, колода немножко дорогая получается, но все же. Кстати, у нас тут еще что-то квестового есть. Давайте это тоже возьмем. Так, ну и бесплатный сундучок. Посмотрим, ребят, как у нас, какая колода у нас получилась. В общем, погнали в бой. Будем тестировать в онлайн-бою новую колоду. Нормально, да, вообще? Но мне кажется, что как-то фигово получится, если честно. Потому что, ну блин. Сам составить колоду, это как-то немножко не очень, мне кажется. Так... Бревнишко есть такое дело, ну, вроде как все хорошо идет.
Просто прикол в том, что надо избавиться еще от вражеского вот такого вот гадика. Хм. Ладно, можно прощаться со своим големом. Получается, окей. Маг. Маг пошел. Вот так. Что, справится? Да, справляется, смотрите. Прям идеальненько справляется, я бы даже сказал. Летучие мышечки сейчас помогут нашей башенке. Отлично. Вот интересно, хог есть у чувака или же нету? Ой, как-то. Так, давай. Есть, хорош. Хорош. Надо было пораньше сделать, но... Хотя не, пораньше не получилось бы. Просто дело в том, что... Пораньше не получился бы, потому что там у нас стоял големчик. Вот. Так. Мега-рыцарь против скелетика. Посмотрим, что сейчас получится. Так, маг. Маг, давай, помогай. Красава, маг. Красава, только мы сейчас просрём, блин, нашего мага. Давай. Ай. Просрали мага. Так. Бревнишко. Вроде как все пока что немножко не очень. Почему? Потому что... Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Мы вроде как просрали очень много хпшек от нашей вышечки. Ну а чуваку как бы пофиг. Так, иди в другую сторону. Получится, не? Блин, как-то не очень-то хитрый я поступаю в этом случае, да? Так. 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 Ой-ой-ой. Что у нас получается, я сам не знаю. И это ГГшечка. Да бляха! Не, ребят. Не получился у нас первая каточка. Давайте попробуем еще разочек с големом зайти. Что-то слишком уж дорогая получается, ребят, наша колода. Прям слишком уж дорогая. Может, мега-рыцаря на кого-то заменим? Угу. Не, ну вторую звезду он не возьмет. Точнее, вторую корону. Блин, почему-то все время я путаю вот короны с звездами. Так, давайте попробуем кое-что тут изменить в нашей колоде. Так, можно мега-рыцаря, по сути, поменять на миньончики. Угу. Или же на скелетики, или же на гоблины. Вот давайте на... Скелетики попробуем поменять, посмотрим, что из этого получится. Где скелетики? Вот скелетики мои 4-го левела. Отлично. Ну и, собственно, погнали еще разочек. Посмотрим. Наш тест продолжается. Кстати, в скором времени мы можем... Вот, давайте сделаем так. Вы прямо сейчас напишите, что, по-вашему, у нас появился в магазине. У нас там должны обновляться карты, вот. Ну и попробуйте угадать, какие карты там появились и какие спецпредложения там появились. Вот, ну а сейчас посмотрим, что будет с нашим големчиком. Так. Допустим, ребят. Если честно, я не знаю, что тут у нас творится. Маг, ты дотянешься? Да, красава, просто красава. Вот если еще до дровосека дотянем, то вообще будет супер. Есть такое дело, летучие мышечки. Сейчас чувак, по идее, на нуле сидит, но не, ребят. Нет. Чувака хватило эликсира для фаербола, но, блин, если бы у меня карты были бы немножко прокачаны, прокачаннее, то ни хренашенька не спел бы, но... Заходик, как видите, у нас получается. Вот, ну... Еще раз попробуем? Давайте попробуем, а чё нет. Но скелетики, как видите, нам помогли, при том довольно-таки нехило. Вот так, к нам еще разочек летит. А наш старый добрый скелетик. Скелетик против голема. Так, опаньки, вот так вот. Есть такое дело. Можно сейчас, смотрите, что делать. Можно вот так вот забубахнуть ракетой. Давай, ракета, помогай. Есть. Есть такое дело. Ну и сейчас. Не, сейчас ни хренашеньки у нас не получается. Так. Маг.
Опа, 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 маг, давай, 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 задерживай этого чувака. Нормально. Отдефулись, просто супер. Просто супер. Но мне кажется, что сейчас какие-то странные карты у чувака будут, потому что чувак вроде как не все свои карты раскрыл, да? Окей. Окей, окей, окей. Так. Блин. Ничего, жизнь не учит им. Так. Давай, 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 попади. Есть, попал. Попал, попал. Маг, давай иди в другую сторону. Есть такое дело. Вот так вот. Дефаемся, 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 дефаемся. Ламборджек, иди назад. Угу. Давайте скинем еще одного голема. Вроде как пока что мы в плюсе. Еще разочек скелет летит к нам. Так. Блин, что вы хотите от меня? Ну идите вы нахрен, пожалуйста. Так. Ну буквально одна ракета, ребят. Буквально одна ракеточка. Посмотрим, что сейчас из всего этого у нас получится. Так, есть такое дело. Голем. Голем. Ага, големчик пошел у нас. Есть. Так, ну. Сейчас еще... Блин, не дотянемся сейчас. На этот раз, к большому сожалению. Вот. Ну, блин, дотянем до еще одной ракетки или как? Странно, конечно, немножко, но... Все же мы сейчас... Фух, попробуем. Так, 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 так. 10 секунд. До ракеты дотянем. До ракеты, до ракеты. Давай, ракета, ракета, ракета. Нет. Не дотянули, ребят. К большому сожалению, не дотянули. Печалька. Ну ладно. Ладно, ребятушки, у нас получился такой эмоциональный бой. И сейчас посмотрим, какие у нас карты появились в магазине у нас. Ой, блин, элитные варвары. Фу-фу-фу, против моих класс. Фу. Ночная ведьма, прикольно. Ночная ведьма, варвары, хижина варваров. Вышибала и маг. Ну, прикольные карты, кроме элитных варваров, конечно. Вот, ставьте лайк, если они вам тоже бесят. Ну, а все остальные вроде как норм. Ну, у нас, ребятушки, получилась вот такая колода. Ну, колода играбельная, конечно, но нагибать с этой колодой не думаю, что получится. Так что напишите, что вы думаете про эту колоду, а мне надо сейчас уже заканчивать наш сегодняшний ролик. Так что спасибо всем огромное за просмотр. Не забывайте ставить ваши большие пальчики вверх, подписаться на канал и писать свои крутые мнения в комментариях. А с вами был, как всегда, я, Армон. Всем удачи, ребята, всем пока!